резон с того, что просто хожу. Это для всех людей, кто смотрит мой канал, кто занимается или хочет заниматься физкультурой для себя. То есть не для показухи, не для того, чтобы там, ну, для себя. Вот для себя я выработал вот такую вот методику. Эта методика связана и с Порфирием Корнеевичем Ивановым на 99%. Вот. Но моя какая методика? То есть я выполняю завет. Человек, купайся в чем хочешь, как хочешь, лишь бы тебе было хорошо и у тебя все получилось. То есть здоровье, для здоровья. Вот, вот здесь вот у нас в этом плане, то есть я беру каждую весну первый день. Вот сегодня первый день, 8 марта. Второй год подряд, вот тяжело мне, не знаю, в чем проблема, но скорее всего это связано с нервными перегрузками серьезными, с переживаниями. Вот, навалилось тут. Не могу ходить зимой никуда. Хожу только весной. Начинаю заниматься. То есть годовой курс по Иванову, он начинается в апреле. И человек должен заниматься. Каждый год я делаю то же самое, только вот, года три уже, наверное, подряд. Делаю это для того, чтобы человеку, ну, чтобы не останавливаться. Основная проблема любого человека – это остановка. То есть вот он занимается, пессимизм этот наступает, бросает и все. Больше. Вот тут у нас все пораставило. Замечательный наш клуб закаливания Белгородец. Вот, выцвел наш полноцвет тут весь. Вот. Сегодня сейчас пока, наверное, никого нет, потому что сегодня праздничный день, 8 марта. С утра, судя по следам, народ тут ходил и много ходил, и купался. Вода идеально прозрачная, что мне всегда нравится. Вот. Вода прозрачная. То есть я посмотрел организм. Ноги у меня начали горячие уже, потеют. Чувствую. Ай, чувствую, да. Можно уже залазить. Но залазить я не буду. Я принесу ведро или попрошу у моржей ведро, чтобы с ним просто окунуться.